Сейчас я тебе покажу один очень интересный район. Пойдем посмотрим. Тебе понравится. Твоя песенка спета, колонки молчат. Я сделала боль и покинула чат. Вокруг тебя много нормальных девчат. Но лишь я сделала боль и покинула. Так, ну все, поехали в этот микрорайон. Да, из Яркова до Цветов Башкирии дорога занимает на машине 10 минут. То есть я из Яркова доезжаю до Заки Валиди, это где телецентр, до работы, 10 минут. До Цветов Башкирии 10 минут. И от Цветов Башкирии тоже до телецентра, до Заки Валиди 10 минут. Так получилось, интересно. Если кто не видит, можете проехать, посмотреть сами, засечь. Бывает, конечно, несколько раз засекал, что вот если стоишь на светофоре, либо там какая-то пробка, да, где-то не 10-12 минут едешь, но не более того. Это я еду сейчас в сторону М5 по автодороге по Салават-Юлаеву. Сейчас будет поворот направо на Цветы Башкирии, то есть самим. Если ехать чуть дальше, то будет уже автодорога М5. Сразу отметить вот эти остановки, то есть это получается закрытая остановка с обогревателями, то есть зимой здесь будет тепло. Здесь есть даже всевозможные зарядники для роутеров, не для роутеров, тут видеонаблюдение, кстати, установлено. То есть зимой уже здесь не будешь стоять и мерзнуть, ждать автобус. Автобусы подходят каждые 5 минут. Есть такие небольшие автобусы, которые едут в центр. Едем дальше, посмотрим дворы. Тут, кстати, очень интересные дома. Они разноэтажные. То есть здесь, получается, дома сделаны 9, 8, 6-этажные. Это все сделано для того, спланировано, когда заходит солнце, встает, вернее, солнце и проходит по горизонту, чтобы дворы все освещались. То есть, если все дома сделать ровно 9-этажные, тогда тень будет. А это именно сделано для того, чтобы у вас не было тени. Кстати, очень такое хорошее решение. Я бы сказал, просто классно. Дома здесь чисто из красного силикатного кирпича. Везде закрытые дворы, то есть во двор не попадешь. На улице получается стоянка для машин, то есть приезжаешь, оставляешь машину на стоянке и заходишь. Можно зайти через подъезд и выйти с другой стороны дома во двор. Можешь подняться уже в квартиру. То есть, получается, в ваш двор уже никто не попадет, кроме вас. Ну и ваших соседей, естественно. Компания Arstor Investiции, чем она славится, у них собственный завод по производству кирпича. То есть, они делают дома из собственного кирпича.
своя техника, своя управляющая компания и ставят свои окна. То есть у них даже окна такие интересные, все окна темные. Ну, я имею в виду рамная конструкция. На огромном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Это наше небо, наша родина. Во вселенной мы не посторонние. Везде, везде чисто убрано. Такое чувство, что находишься где-то, я не знаю, во Франции, как будто, я не знаю, в Германии. Вот, пожалуйста, перекладывают заново тротуарную плитку. Дальше строятся новые дома, в которых сейчас можно купить квартиру. Кстати, без передачи на Будем покорять галактики. Мир удивительный сохраним. Знаем мы, это нас ждет. Ну, а пока мы ночью не спим, ждем, когда время придет. Время, позднее время, не детское время. Нам надоели книжки в постели, ваши советы. Нам хочется дела, мы тоже хотели танцевать до рассвета. Крутые коктейли, отдыхать в Кушавели, леить модели, летать на ракете, решать все проблемы. Мы все бы сумели, придет наше время. Получается тоже как город в городе со своими закрытыми дворами. Ну, что касается парковки, вот видите, получается снаружи все это, все парковка. Ну, по крайней мере, свободные места есть. Время в данный момент 8:30 вечера. Я думаю, 90%, наверное, жители приехали домой. Так что я считаю, что всем хватает. И закрытые дворы. Ну, что хочется отметить, то везде чистота и порядок. Чисто, аккуратно, ухоженно. Мир удивительный ждет впереди. Мы будем такие, как вы. Постели, ваши советы, нам хочется дела, мы тоже хотели танцевать до рассвета, крутые коктейли, кровавую мэри, летать на ракете, зажигать на банкете, шарить в интернете, мы все бы сумели, придет наше время. Вот я зашел в один двор. Здесь вон растут гортензии, играют дети. Подстриженная газонная трава. Везде чистота, порядок, красиво. Вот это закрытая территория. Мне нравится вообще вот этот подъезд, вот этот вход. Вообще классно. То есть здесь с этой стороны также домофонная дверь. Грузовой лифт. Здесь, пожалуйста, лестничный марш. И вот этот подъезд, его даже трудно назвать подъездом. Здесь, ну, я бы сказал, прям целое лобби. Сделан интересный вот этот потолок. Вот такой жилищный комплекс. Попадаешь, я говорю, сюда попадаешь, такое чувство, как будто, ну, это не в России. Вот проезжаю Леруа, сейчас выезжаю к этому, к метро, и с правой стороны я вижу прям вот сквозь небольшой лесок уже вот эти строящиеся дома, то есть это прям рядом.
люди, которые здесь живут, в Цветах Башкирии, они в Мегу, в Ашан ходят пешком. Так что если вы все время смотрите на запад и говорите, как у них все круто, как у них все красиво, не спешите. Побывайте просто в Уфе, в Цветах Башкирии. И вы поймете, что здесь, вот если бы я не снимал бы госномера вот этих машин, наверное, можно было бы подумать, что я где-то в Германии, не знаю. Да в Германии, наверное, хуже, чем здесь. Я, конечно, там не был, не могу сравнивать. Но здесь я как будто побывал, ну, как будто не в России, как будто, я не знаю, где-то за рубежом, в каком-то красивом, классном месте. Вот такое впечатление. Просто элементарно. Вы ездите мимо, по Салаватке, можно сказать, каждый день. Видите где-то вот какие-то дома, вы даже не подозреваете, как там круто. А когда заезжаешь и смотришь, просто обалденно. Вот честно. Заедьте и посмотрите. Если нужна квартира, я всегда на связи. Мой телефон указан внизу. Звоните, пишите.